Ну, очень вкусные куриные рулетики. Делим и нарезаем куриное филе, как это показано на видео. И между пищевой пленкой хорошенько отбиваем. Согласитесь, что каждой женщине периодически нужно выпустить пар. Это блюдо идеально для этого подходит. Так что готовьте. Для начинки соединяем тертый сыр, чеснок, специи по вкусу и сметану. Приступаем к сборке рулетиков. На каждую отбитую часть филе выкладываем начинку и закручиваем. То же самое проделываем с остальными рулетиками и перекладываем их в стеклянную форму для запекания. Сверху обязательно кладем нарезанные помидоры, а по краям я выложила картофель со специями. Запекаем до готовности. И все. Немного вау-эффекта, и наше сочное ароматное блюдо готово. Это очень вкусно, девочки. Обязательно сохраняйте и готовьте.